Мощная торнадо обрушилась на штат Джорджия в Алабаме в округе Брайан 5 апреля вечером. Грозы с разрушительными ветрами обрушились на юго-восток США. Эти штормы вызвали 38 торнадо в районе от Миссисипи до Южной Каролины. Сообщалось о более чем 100 случаях суровой погоды. Пострадала юго-восточная часть города Аллендейля. Обломки унесены на высоту 10 тысяч футов. Затем над тем же районом в сторону Эрхарта прошел второй шторм, а затем третий смерч обрушился на север после 18 часов ровно. Holy crap. In addition to the cards in the box.